Добрый день! Сегодня мы находимся в фитнес-клубе Alex Fitness. И сегодня мы продолжим тренировку. Меня зовут Семен, моего тренера зовут Исав. Ну что мы сегодня будем тренировать? Расскажи. Привет! Сегодня будем тренировать Семена. Но сегодня начнем с верхней части тела. Начнем с груди. Потом немножко бицепсы загрузим. А дальше по ходу дела посмотрим. Ну что, начнем. Будем делать жим лежа, классический. А нужна ли какая-то разминка перед этим упражнением? Про разминку я уже говорил. Повторю еще раз. Само собой, это кардиотренировка, легкий бег. Если травмы суставов есть какие-либо, то лучше не бегать. Если позвоночник поврежден, тоже ударные нагрузки исключить. Ну, не будем об этом продолжать. В любом случае, нагрузка нужна какая-то разминка. В любом случае, перед тренировкой разминка нужна. Разомнулись, и даже вот перед тем, как приступить, можно поджиматься, так как это похожее упражнение, разомнуться там 20-30 раз, поджимались, или можно сразу грифом начать работать. Закрытый или не закрытый хват – это не столь важно. Ну, погнали. Достаточно. Давай, отдохни немножечко. Давай. Вставай. Что ты сделал? Ты взял и сразу. Ага. Руки качаются, плавают туда-сюда, сюда. А надо вот по прямой, четко. Чтобы, смотри, когда жмешь, чтобы у тебя локти не уходили ни назад, ни вперед. Они стояли, чтобы четко были по одной линии. Под грифом. Ага. Под грифом и медленно вдох, медленно. И мощный выдох. Медленно. Бросать резко делать не надо. Положение поясницы. Ноги широко, пятки и носки плотно к полу. Изгиб поясницы. Здесь изгиб должен быть. Вот. Так не надо прижимать. Изгиб. Лопатки соединены. Голову не поднимать. Затылок прижат. Смотрим или перед собой, или потолок, или вот середину грифа. Но не так, не так, не так. Некоторые берут, возьми гриф. Некоторые берут и вот держат вот. Кверху, вот, да. Держи. Ага. Вот здесь вот держат. Это неправильно. Надо держать, чтобы больше гриф ближе к ладони лежал. Вот, да, да. Вот. Правильно. Ну, понял. Без касания груди. Ага. Во. Некоторые делают такую ошибку, все время касаясь груди грифа. Этого делать не надо. Вдох, выдох. Не качаем. Силу захват, не торопясь. Выдох. Контролируем полностью. Ну что, у меня получается, да? Но, допустим, мы разомнулись, но даже перед этим желательно, так как здесь нагрузка идет не только на грудные мышцы, здесь кости загружаются и плечи, и трицепсы, поэтому перед тем, как начать, можно разомнуться. В принципе, вот у меня есть жгут, мой любимый, это мой тренажер. Здесь все что угодно можно делать. Здесь можно вот разомнуть плечи. Плечи, разомнул плечи. Можно вот. То есть вот такие разминочные легкие упражнения сделал, разомнул, отжался, а потом можно приступать к более тяжелым весам. Ну, достаточно такие непонятные ощущения. Вроде бы несложное упражнение, да, но какое-то по-новому что-то. Для разминки, думаю, самое то. Не сильно загруженные мышцы, но это же в первую очередь разминка. Если, допустим, жгута нет, да? Маленький гантель взяли и то же самое. Поделали. Разогрели плечи. Вверх. Ну, то есть, разогрел плечи. Плечевой пояс разогрел. И работаем. Дальше. 2-5 раз. 2-5 повторений, это если развивать силу. 8-10 раз, если уже больше уклон делать на крепатуру и тонус мышц.
повторений, в зависимости от, от человека, индивидуально. 4-6 повторений. А ответ, ну, желательно как минимум один раз в неделю, но я рекомендую хотя бы 2 раза в неделю акцент делать на грудные мышцы. Ну, вот, к примеру, молодому человеку с весом 80 килограмм, какой нужно примерно брать, да, объем жим лежа, чтобы... Вес, неважно какой там, никто не скажет, должен вес такой взять, чтобы ты сделал, не смог больше 12 раз делать, не смог. Не больше 10-12 раз даже не смог делать. И чтобы ты минимум 6 раз делал. То есть 6 ты должен 100% делать, больше 10-12 раз не смог делать. Вот такой вес, оптимальный вариант. Хорошо дополнять жим лежа, так же, как и отжимания от пола, отжиманием на брусьях. Пойдем, смотрим, попробуем. Так, теперь мы приступим к отжиманию на брусьях. Для меня это упражнение номер 2. Любимый, после подтягивания на перекладине. Очень хорошо его дополнять с отжиманием от пола или, как мы сейчас сделали, жим лежа со штангой. И я советую отжимания на брусьях оставлять, если мы, допустим, качаем грудные мышцы, там 2-3 упражнения делаем на грудь, то отжимания на брусьях я советую оставлять потом. В конце. То есть сначала потому что сначала другие упражнения, а потом это в конце добивать. Упражнение как бы на первый взгляд очень просто, но мало кто даже из молодых ребят отжимается. На какую группу мышц оно действует, это упражнение? В принципе, отжимание хорошо развивает весь плечевой пояс. Это зависит от узким хватом отжиматься, локти назад и локти в сторону. Или перпендикулярно туловище, или лучше, или чуть вперед. Это в принципе работает максимально и грудь, и трицепс. Так как сейчас мы делаем акцент на грудь, мы локти назад не отводим, локти в сторону, туловище прямо не стоит, делаем наклон вперед, ноги подбираем. И не торопясь. Вот так вот до конца отпускаться не надо. До прямого угла. До прямого угла. И поехали. Вдох. Выдох. Тоже вот не торопясь. Мощно. Вот такие. Можно так работать, как на единоборствах. Вот так вот не советую. Лучше четко. Головой не смотреть перед собой. Лучше перед собой, да? Да. Ну что, попробуем? Поехали. Так что, локти? Семён, надо... смотри, нормально возьмись, чтобы удобно тебе было. И поехали, попробуй. Вдох. Выдох. А, я слишком низко, да? Да. Смотри, вот, контролируй. Даже иной раз можно даже до прямого не отпускаться. Выдох. Ниже не отпускаться. Хорош, достаточно. Почему ниже нельзя? Многие ребята делают, в принципе, отжимаются и низко. В принципе, это, если хорошо развиты плечевые суставы, растяжка, то делают ребята. Но новичкам или вот кто тренируется недолго или когда начинает взрослым тренироваться, уже суставы не имеют такой эластичности. И поэтому вот отжимаясь так вот, постепенно можно получить травму. Подобрал и четко. Чисто отжимаешься. Грудью. Сделать меньше, но технично и качественно. Ну, то есть сколько примерно нужно делать раз, вот, допустим, если после жима пришел, сколько подходов нужно? 4 подхода, ну, я советую, ну, 3 минимум подхода делать надо. Ну, 3-6 раз подхода
И как бы я советую здесь не делать там 8-6 или 8-10 повторений, как там железо поднимаем. Это все-таки упражнение своим весом. И здесь я советую, как я и сам делаю, до последнего повторения. То есть сколько идет, сделаю уже до последнего. До последнего. А если что-нибудь есть, вот здесь вот, откуда оттолкнуться и добить. Оттолкнул, отпустился. Оттолкнул. Ну, то есть до тех пор, пока у тебя уже самого силы не останется, да, повторять. До последнего. И когда до последнего работаешь, у тебя мышцы начинают максимально работать, ты начинаешь получать результат. А не так вот 8-10 раз сделал и пошел. А силы есть. Это не пойдет. Это упражнение своим весом. В принципе, я считаю, что упражнение своим весом и тренировки своим весом — это лучше всего для здоровья, для рабочих мышц, для крепатуры. А гантели, штанга тоже хорошо, но это вспомогательно. Но свой вес — это класс. Между подходами отдыхать не надо, там, как некоторые говорят. Я пришел в спортзал, 3 часа тренируюсь, а толку нету. Надо отдыхать от минуты до 2 максимум. Минута-2 максимум. Активный отдых. Пошел, походил, вдох, выдох, покидал я руки, похожу, чтобы не забивались мышцы. Покидал немножечко. Я обычно там между подходом бегаю или прыгаю. Что дальше будем делать? Будем сейчас делать изгибание рук со штангой. Угу. Перед тем, как приступить, тоже, само собой, разминочный подход. Можно взять гантели, там, поработать маленьким весом. Можно молоточки поделать. То есть, разминаться маленьким, да, весом, главное. Да, но не 8-10 раз, там 15-20 ага. раз, чтобы разогреть хорошо бицепс. Если есть жгут или резина, вообще шикарно разогреть. Вообще вот резина и жгут — это совсем по-другому мышцы работают на самом деле. Когда ты тянешь резину, она тянет тебя назад. И здесь очень хорошо укрепляются связки, фасции. То есть здесь мышцы другие работают, становятся мышцы рабочие. Не как гантели, штанги, здесь по-другому. Поэтому жгут, резина — это сила. Советую. Жгут, резина — это сила. Стихи. Так. В общем, размялись. Пришли к штанге. Если берем узкий хват, то работает внешняя сторона бицепса. Если широким, то больше внутренняя сторона бицепса. Плечи развернуты, осанка прямая. Плотно на ногах стоим. Естественный изгиб поясницы, что немаловажно. А то некоторые берут и вот такая, с такой поясницы. Замечу, не прогибаемся, а просто естественный изгиб поясницы, как вот обычно ходишь. Плечи не поднимаем, силу захват, руки здесь, не касаемся бедер, вот, локти плотно к туловищу прижаты, и поехали на выдох. Вдох, медленно, выдох. До сюда поднимать не надо, здесь нагрузка от бицепса уходит и локти уходят вперед, этого делать не надо. Локти не двигаем, локти четко на месте стоят. И работаем. Вдох, выдох. Быстро не отпускать. Быстро — это неправильно. То есть всегда медленно. 2 секунды вниз, секунда вверх. Движения вот такие. Разворачивать. Кистью помогать тоже нежелательно. Попробуй. Сейчас все сделаю, как я сказал. Естественно, изгиб поясницы. Ага, хорошо. Плечи развернуты. Семен, все хорошо делаешь. Но один нюанс. Вот, некоторые работают. Здесь вроде бы не торопясь сделали, а здесь концовочки. А конце все-таки расслабили. Потому что расслабляют, и по инерции, значит, быстрее, легче работать. А здесь
очень важный нюанс. В конце тоже не торопясь довести, не торопясь. Мышцы напрягаются максимально. Не торопясь, если не торопясь до конца. Во, понимаешь? Выдох. До конца не торопясь, не торопясь. И не касаться. Угу. Выпрямил, не касаться. Чувствуешь, я знаю, что некоторые спортсмены, да, ну не спортсмены, а те, кто занимается в фитнес-клубах, в конце, да, или говорят они для того, чтобы вот так вот делают кисти, да, чтобы нагрузка была больше на бицепс. Это правильно или нет? То есть, наоборот, выгибают кисть, чтобы вот в этом положении уже бицепс больше работал. Я считаю, это неправильно. Угу. То есть, главное все выполнять правильно, и тогда это будет больше толку, да? Это неправильно, да. Здесь тоже надо взять вес такой, чтобы ты мог сделать, ну, 8-12 раз. 8, чтобы смог сделать, больше 12 не сделал. Угу. Такой, ну, это почувствуешь по ходу тренировок, какой тебе вес нужен. Ну, то есть по мере учащения тренировок можно... Делаешь 15 раз, значит, надо увеличить нагрузку или варьируешь там весами. Хорошо варьировать сгибания со штангой с подтягиванием обратным хватом на турнике. Конечно, это гораздо легче, чем такой хват. Но здесь гораздо больше идет нагрузка именно на бицепс, потому что здесь именно бицепсом работаем, тянем себя. Вдох, выдох. Угу. Вдох, выдох. Попробуй. Давай попробуем. Силу в захват. Ноги подобрал. Прямо, прямо, да? Пошел. Бицепсом тянем. Во. Тянем бицепсом. Ну, на первый взгляд, достаточно легко. Но на потом деле, догоняет. На самом деле, да, понимаешь, что нагрузка на бицепс идет. И, в принципе, после... Не торопясь. Угу. Вот, подтянись. И теперь медленно отпустись. И медленно отпустись до конца. Медленно до конца. Чувствуешь, насколько тяжелее, да? Да, ну, особенно после штанги, да. Чувствуется, как бицепс работает и силы кончаются. Сколько нужно подтягиваться, к примеру, да? То есть, опять же, до последней, пока не сможешь последний. О, Семен молодец. Я закрепил сообразил, материал. Сообразил. Это как и на отжимания на брусьях. Упражнение своим весом здесь тоже. До последнего подтягиваемся. И, как ты понял, без резких движений, не торопясь, четко. Ничего страшного, что ты сделаешь там мало по количеству. Это никому не надо, ты для себя тренируешься. Сделай технично, медленно, мало, но правильно, и будет толку больше. Исав, какие еще сегодня будем упражнения выполнять? Пресс. Конечно же, мы сегодня еще будем... Пресс. Без пресса никуда. Ни одна фигура не будет красивой, если не будет кубиков. Ну-ка, покажи себе живот. У меня один кубик, я не как буду же показывать. Мне до тебя еще расти и расти. Я знаю, как... что ты знаешь, как пресс. Чтобы было все понятно, что я знаю, как накачать пресс. Это... Все сразу понятно. Тебе можно доверять. Поясница лежата к полу. Уже пресс в напряжении. Так вот, расставленный пресс. Прижал. То есть полностью спина должна быть прилегать к коврику. Может, видно будет, не будет. Пресс расставлен. Угу. Сейчас же. Прижат. Так он уже напряжен, да. Уже напряжение. Угу. То есть прижать. И поехали с этого положения. Можно схватиться, отпустился, схватился, отпустился. Можно хлопками. То есть поднимайте ноги и туловище, да? Какая группа пресса здесь, работает? Здесь ходит? Работает весь пресс. Весь полностью? И нижний, да, и верхний, да, и средний? Да, да. Угу. Пресс я всегда советую делать до боли, до колика в животе. Ну, как и... все движения с своим весом. Ну, пресс особенно. Пресс, потому что... такая мышца очень тяжело сжигается. Здесь вот, ладно, там мышцы качаешь, а здесь вот именно
сжечь все вот это вот, вот жир, который откладывается. Это очень тяжело сделать, и поэтому его до боли делать надо. И поэтому и советую пресс совмещать. Вот, допустим, мы сделали это упражнение. Советую совмещать, если устал, секунд 10 отдохнуть, другие упражнения поделал, вот это упражнение. Схватился, поделал вот это упражнение. То есть пресс совмещать с другими тоже упражнениями, которые именно на пресс. Давай попробуем. Попробуй. Сейчас расслабься, ничего не делай. Не расслабься. Живот расслаблен, да? Да. Теперь прижал. Чувствуешь, когда уже напряжение? Поехал с этого положения. Больше поднимаемся с коленем, грудью тянемся. Интенсивнее, работай. Раз, два. Пошел на выдох. Вдох, выдох, животом выдуваем. Вдох, выдох. А когда выдыхать, когда поднимаешься? Да, на усилие выдох. Всегда на усилие выдох. В любых упражнениях. Угу. Во. Пошустрее работаем. Еще шустрее. Еще, Семен. Давай. Все, я устал. Действительно, очень трудное упражнение, но очень эффективное. Прям чувствуется, как мышцы работали. Какие еще упражнения есть на пресс, чтобы наши... Какие упражнения еще на пресс есть, это я расскажу в следующих программах. Закончил тренировку, потел, устал, сдох. Встал и пошел в кардиозону. И как минимум ты там походить, надо еще 5-10 минут походил, а лучше 20. А если, ну, в принципе, ты парень здоровый, тебе можно и побегать. Заминка нужна, как и разминка. Тело горячее, все мышцы теплые, и сразу, когда все теплое, горячее, сесть не нужно. Надо спокойненько, в лайт-режиме завершить тренировку. Легкий бег в конце или просто пройтись, минут 5-10 походить, и спокойно пойти переодеваться. Душик, минералочка. Ну что же, вот мы выполнили упражнения на грудь, на бицепсы и на пресс. Я думаю, что если бы я в полную меру выполнял эти упражнения, я бы, наверное, выползал отсюда. Сейчас попробую встать. Ну что же, заканчиваем нашу передачу. Спасибо, что смотрели нас. С вами был Иса и Семен в Алекс Фитнесе.